Так, добрый день, уважаемые подписчики. Сейчас, вернее, я покажу вам один из способов оформления видеороликов с помощью нотации. Вот. Я просто не так давно сам увидел подобный способ оформления, и мне он показался достаточно интересным. Вот, у меня есть канал, на котором есть ролики. И вот четыре вот этих ролика объединены в один плейлист. И в рамках этого плейлиста я бы хотел поставить ссылки из одного ролика на другой. И в целом вообще на плейлист. И еще одну ссылку с подпиской на канал. Так, ну приступим. Кликаем роликом по названию. Так, прошу прощения. Кликаем роликом по надписи «Изменить». То есть мы зашли, естественно, в творческую студию, менеджер видео и свои видеоролики. Кликаем «Изменить роликом». И в новой фоновой вкладке открывается окно для изменения этого ролика. Заходим в аннотации. И далее останавливаем видео, потому что а то оно сейчас начнет играть. Теперь добавляем примечание. Вот. Будет добавлено у нас три примечания, в принципе. А вот здесь посередине я поставлю примечание с призывом на подписку. Подпишись. С призывом, так сказать, подписаться на этот канал. Так, подпишись. Дальше, ну, сделаю его цвет. Во-первых, шрифт поменьше, естественно. Цвет сделаю, ну, пусть будет. Ну, красный пусть будет. Подпишись. Дальше. Его длительность. В принципе, в этом видеоролике эта аннотация никак не мешает. И поэтому длительность я ее выставлю на всю длину видеоролика. Длительность показа. Далее. Далее. Добавлю еще парочку аннотаций. Примечания. Сюда я впишу плейлист. Так. Лист. Так, и здесь добавлю ссылку, естественно, на этот плейлист. Плейлист он у меня открыт. И вот он, собственно, его адрес. Копировать, вставить. Я оставлю, чтобы открывалось именно в этом окне. Так, шрифт 11. Так, ну пусть будет желтым цветом. Фон. Плейлист. Опять-таки будет на весь период видеоролика. И добавлю еще третью аннотацию, примечание. Это у меня будет ссылка на следующий ролик. Следующий. Так. Ну и, соответственно, шрифт. И здесь будет, ну пусть синим цветом. Следующий. И также длительность на всю длину. Так, следующий. И, естественно, ссылку на этот видеоролик. Я его возьму вот отсюда. Копировать. И сюда вставить. Естественно, можно кликнуть, проверить ссылки, все такое, не вопрос. Так, сохранить, применить, сохранить. Теперь для того, чтобы проверить этот видеоролик, как наложилась аннотация, я кликаю роликом по названию ролика, видеоролика.
Так, звук отключу, в принципе, чтобы не мешал. И вот, как мы видим, плейлист, подпишись, следующий ролик. Все вот тут отображается. Такие вот дела. Мне кажется, что этот способ достаточно удобный, и он не мешает просмотру, в принципе. Но все, естественно, все зависит от того, какой видеоролик. Если здесь какая-то информационная составляющая есть наверху, конечно, нужно искать иные варианты. Вот. И продумывать свои способы размещения аннотаций. Все, всем спасибо. Ставьте лайк, дизлайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Спасибо большое.